Спустя несколько дней после боестолкновений на границе с Азербайджаном, Министерство обороны Армении все еще не представило четких данных о потерях армянской стороны. Как передает Азия-Ас со ссылкой на армянские СМИ, последние данные на заседании правительства представил премьер-министр Пашинян. У Армении 135 погибших. Информации о раненых и пропавших без вести нет. Как пишут СМИ, власти Армении говорят, что уточняют потери. При этом имена и фамилии убитых армянских военнослужащих на государственном уровне не публикуются. Накануне родственники жертв 44-дневной войны инициировали в социальных сетях флешмоб, требуя опубликовать имена погибших. Родственники погибших призывают всех граждан Армении присоединиться к этому требованию. Отметим, что в отличие от Армении, Минобороны Азербайджана сразу же опубликовала список воинов, павших при пресечении армянских провокаций. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо!